Здравствуйте, Максим. У нас сегодня, видите, видимо, вы один пришли. Так, ну давайте, скажите, Максим, как вот у вас с домашним заданием? Что скажете о домашнем задании? Ну, оно по сути было несложным, но вот самое, наверное, неприятное, то, что долго как-то вот скачиваются файлы, обрабатываются файлы. Ну, иногда там с какими-то пакетами нужно разбираться. Но как бы что делать? А вы вообще больше биолог? Вы в каком факультете? Я на факультете гуманитарных наук, я вообще говоря лингвист, но у нас как бы есть компьютерная лингвистика в том числе, поэтому немножко программирование есть. Понятно. А вы там тоже пишете на питоне? Да. На самом деле есть, это чуть-чуть смешно, есть аналогия, ну потому что биоинформатика это же текст. Да, да. Интересно. И вы тоже лингвистикой, да, занимаетесь анализом языка? Да. Ну, интересно. Так, ну, давайте тогда... То есть по домашнему заданию вам скорее было вот технические сложности, да, были вот неприятны. А вот в плане там понимания биологического смысла. Или вот пока, я не знаю, если вот вы там сравнили, там же надо было сравнить расположение метки вашей, которую вы выбрали, с тем, которое вот, типа, общеизвестно, грубо говоря. У вас удалось? Ну, в смысле, вот это вот пересечение? Ну да, да. Было пересечение? Ну, какие-то были, да. Ну, и там их не так много, но, судя по всему, потому что мы брали только на одной хромосоме. А, ну то, что одна хромосома, да. Ну вот интересно, если взять только одну хромосому, взять одну хромосому, ну, отфильтровать по одной хромосоме и вашу одну хромосому. Интересно было бы посмотреть, сколько было бы пересечений. Ну да, кстати. Ну хорошо, ладно, тогда давайте к лекции перейдем. Вот, она записывается, надеюсь, потом посмотрят другие. В общем, мы сегодня будем говорить про доступность хроматина. Вот, но начать я хотел, кстати, с такого, не знаю, если вы слышали про вот синдром Ангельмана. Он, конечно, не относится к лингвистике, но мало ли, не слышали. Нет. Ну вот я, честно, тоже не слышал, но я вот тут просто познакомился, совершенно случайно познакомился с одним нейрофизиологом, и мне вот рассказали, что есть такой синдром, и он, как оказалось, связан с эпигенетикой. И вот, как бы, вот на самом деле я просто к тому, что вот, ну, вот вроде мы с вами говорим про эпигенетику и обсуждаем, и как бы вроде бы для чего она нужна, эта эпигенетика. Вот, например, конкретное там заболевание, да, там оно такое связано с психологией, с нейро, науками, грубо говоря. И вот написано причина, да, этого заболевания. То есть, например, синдром Ангельмана связан с нехваткой экспрессии гена UB3A во время развития. Этот ген там связан, грубо говоря, с путем убиквитина, и он кодирует там селективную убиквитин-лигазу. И если вы помните, мы на одной из лекций упоминали убиквитин. И, возможно, вы помните, ну, что это такое убиквитин? Модификация. Да, это модификация белка, которая зачем нужна? Помните?
Вот ubiquity annihilation такой процесс. Нет, я не уверен, что мы произносили. Да. Ну да, мы это произносили не в контексте модификации гистонов, а скорее в контексте того, что вот белки могут быть модифицированы. То есть убиквитин – это вообще отдельный белок. То есть я вам помню, я говорил, что там есть разные модификации белка, там фосфорилирование, метилирование, там ацетилирование по разным аминокислотам. И вот это маленький, да, там маленькие молекулы, там CH3 группа, ацетилгруппа. А когда мы говорим про модификацию, которая называется ubiquitin, ну, ubiquitination, то это к белку присоединяется, к там, какой-то его конкретной аминокислоте, присоединяется целый другой белок, ubiquitin. Вот. И вот, собственно, этот вот, ну, в общем, ладно, этот ген, он, собственно, кодирует ubiquitin лигазу, которая присоединяет ubiquitin к каким-то конкретным белкам, вот к этим. То есть, во-первых, уже видно, что ну, по сути дела, грубо говоря, этот синдром вызван мутацией в гене, который отвечает за ubiquitination. Ну ладно, это как бы не связано с эпигенетикой напрямую. Но дальше. Почему возникает проблема с этим геном UB3A? Во-первых, какие есть, ну то есть самая явная причина – это просто мутация в этом гене. То есть если ген мутирует, то, собственно, как бы это возникает проблема. Но, опять же, мутация это тоже не связано с генетикой. Но здесь оказывается очень интересный случай. То, что значит, ну, то есть, есть, то есть, этот ген располагается на 15-й хромосоме. У нас есть две хромосомы, материнская и отцовская. И дальше говорится, что в определенных участках развивающегося мозга отцовская копия этого гена инактивируется через процесс, известный как импринтинг. Ну, возможно, вы тоже помните, я упоминал про импринтинг. Это импринтинг – это такой процесс, когда у нас вроде у нас есть две хромосомы, 15-е, грубо говоря, да, вот, то есть у нас там есть там, две 15-е хромосомы, они располагаются, и в них есть на обоих хромосомах находится ген UB3A. Это там, не знаю, parental, maternal, папа, мама. Вот. И получается, что здесь они пишут, что в определенный момент развития мозга отцовская копия UB3A инактивируется. То есть вот эта вот копия этого гена с, этой, с отцовской 15-й хромосомы перестает работать. И таким образом работает только материнская хромосома, грубо говоря, и точнее материнский ген этот UB3A. И как бы дальше получается такая ситуация, что видите, что плод, соответственно, только синтезирует функциональную материнскую копию этого гена, чтобы нормально развиваться. И вот что здесь происходит, что, например, если у матери происходит дилеция, то есть вот здесь вот бывает такое, что убирается этот довольно большой кусок, тут вот написано там от 5 до 7 мегабаз, то есть это довольно длинный кусок. Вот если мы опять же посмотрим, я открыл здесь вот геномный браузер, вот он, 15-я хромосома, вот он ген UB3A, вот этот вот участок 200 килобаз, этот вот участок. То есть здесь вот у нас грубо говоря, там, ну, 25-250, ну, то есть примерно вот одна мегабаза, да, ну, то есть такой довольно крупный участок, ну, то есть здесь там несколько, там, десятков генов, потому что там от 5 до 7 мегабаз, то есть миллионов, то есть убираются там, получается, делетируются там, не знаю, 30 генов, но самое важное, это вот этот UB3A, и, собственно, из-за которого возникает это заболевание, собственно, да, что здесь опять же связано с эпигенетикой, то, что у нас на самом-то деле есть рабочий отцовский ген, этот UB3A, но он в мозге инактивируется, как бы, и именно из-за этого, а материнского нету, потому что делится, и поэтому вот возникает такой синдром. То есть удивительно, но вот как бы, ну не то, что удивительно, но вот так есть такой пример конкретного случая, когда, ну, действительно, то есть, чтобы вот это вот заболевание или, по крайней мере, его механизм
раскопать, нужно, значит, ну, как бы здесь явно работает эпигенетика. Ну вот, ну, по крайней мере, ну, понятное дело, что, наверное, в статье Википедии это не будет, но там есть, наверное, почитать научные статьи, там будет написано, какой механизм, то есть каким образом инактивируется вот материнская, ой, отцовская копия в определенный момент. Там это может быть либо метилирование, либо модификация гистонов, либо доступность хроматина. Вот. Но, возможно, это даже неизвестно. То есть это такое, видите, довольно редкое явление. Но, тем не менее, вот к тому, что эпигенетика все равно, как ни крути, она, в принципе, важна. Вот, ну, получается, что у нас, да, три основных, как я говорил, метода эпигенетической регуляции. Это модификация гистонов, метилирование ДНК и доступность ДНК. И мы вот два первых обсудили, и вот мы сейчас будем говорить про третий механизм эпигенетической регуляции, а именно про доступность ДНК. Вот. Ну, во-первых, что значит доступность и для чего она вообще нужна? Ну, то есть есть такая концепция открытого хроматина или доступной ДНК. Это, видимо, такая примерно одинаковые такие слова. Что имеется в виду? Что у нас, в принципе, как бы вообще, ну, то есть, как бы, ну, наверное, так немножко написано, нарисовано упрощенно, но вот самое главное, что у нас ДНК, она как бы закручена на гистоны, а гистоны – это белки, причем комплексы белков, то есть у нас получается там, да, 4 в 4, там, 8 белков – это одна нуклеосома. То есть 8 гистонов образуют одну нуклеосому. Довольно такая крупная, крупный такой белковый комплекс, и вот они вот так вот располагаются друг за другом. И, например, для того, чтобы включить работу гена, нам нужно, во-первых, чтобы в районе промотора гена там связался, ну, какой-нибудь транскрипционный фактор для того, чтобы активировать транскрипцию. И также, чтобы туда пришла РНК-полимераза. А РНК, ну, чтобы, собственно, РНК с этой ДНК синтезирует. А вот, МРНК, например, с этого гена. А РНК-полимераза тоже довольно большой, крупный белковый комплекс. И то есть, понятное дело, что здесь как бы получается тесно, если там есть гистон и все такое. Поэтому, в общем, считается, что в районе промотора, чтобы началась транскрипция, должен быть открытый хроматин. То есть эти вот все гистоны, их как бы необходимо подвинуть в стороны и открыть тут ДНК. Что делает, как бы открытая, доступная ДНК. Наверное, более даже правильный термин – это accessible DNA, да, доступная ДНК, то есть участок, куда могут сесть другие белки, помимо собственно, гистона. Вот. И ну вот мы с вами тоже немножко говорили про транскрипционные факторы, когда обсуждали про чипсек, и говорили о том, что вот, транскрипционные факторы, они чем особенны? Тем, что у них есть так называемый сайт связанный, то есть какая-то последовательность довольно короткая, которую они распознают и с ней связываются. Ну вот есть, и вот они как бы часто связываются именно с промотором, то есть промотор, который располагается, давайте еще раз покажу, что вот у нас есть, соответственно, да, вот, грубо говоря, вот у нас здесь, в каком смысле, это вот есть некий промотор, участок, вот у нас TSS, тут где начинается транскрипция, грубо говоря, вот, и здесь вот участок вокруг этого TSS, ну, это по-разному определяют, там, не знаю, там, например, до TSS там 200 или 300 нуклеотидов, после TSS там 100, какой-то такой вот участок, его называют промотором. Вот, и, соответственно, с этим промотором необходимо, чтобы связались, например, транскрипционные факторы, да, чтобы запустилась транскрипция. Ну, здесь надо тоже сказать, что мы с вами говорим про эукариот, про человека, ну, в частности, да, про млекопитающих. Вот. Ну, и вот у млекопитающих там типичная такая есть типичная структура промотора. Ну, вот есть такие там разные элементы, но я, честно говоря, они не так часто
встречаются. Ну, вот единственное такое известное, это вот Tata Box. Вот. Ну, здесь надо сказать, что вот у нас, да, тут вот точка, да, это вот точка, собственно, откуда начинается у нас транскрипция. И вот когда говорят про промоутер, то обычно используют, вот относительно нее пишут координаты, то есть там минус 2 нуклеотида, то есть это до получается, там, да, плюс 4 после. Некую там последовательность, которую называют инициатором, который имеет примерно вот такую какую-то последовательность ДНК, она вот, ну, 2 нуклеотида до, 4 нуклеотида после, собственно, точки начала транскрипции. Ну, вот Tata Box, он располагается, собственно, от 26 до 31 буквы, то есть вот у него получается там длина, получается 5 или 6 букв, да. Вот он, собственно, вот такая вот типичная его последовательность вот этого промотора, не промотора, а сайта, этого сайта, который называется Tata Box. Вот он часто встречается непосредственно перед началом транскрипции генов эукариот, но не у всех, собственно, вот что, значит, по-моему, где-то это было написано или дальше написано, что не все ген имеет этот Tata Box. Ну, почему это вот именно такая последовательность важна? Потому что есть специальный тоже транскрипционный фактор, он называется Tata Binding Protein или TBP. Это такой белок, который, или, ну, ген, да, TBP-ген или TBP-белок, который экспрессируется, в принципе, практически во всех клетках, возможно, даже во всех клетках, значит, организма, да, независимо от ткани, то есть так называемый, один из примеров такой, ну, он является, можно сказать, геном домашнего хозяйства, такой вот, опять же, термин, то есть это ген, который экспрессируется во всех тканях, вот, и он связывает с этим Tata Box, транскрипционный фактор, и активирует транскрипцию, вот, но, значит, это не единственное, как бы регуляторный элемент для транскрипции у эукариот. То есть есть другой важный такой элемент, который называется энхансер. То есть энхансер, он по сути, как бы, не знаю, возможно, вам про энхансер уже рассказывали что-то. Вот, если что-то помните, возможно, что-то вспомните. Вот. Самая его суть — это то, что он усиливает экспрессию гена. Ну, да, то есть усиливает, да, ну, наверное, как вот я его себе представляю, то есть, или, наверное, как будет некую аналогию такую провести, что вот опять же у нас есть вот начало, у нас есть промотор, да, вот тут у нас начинается ген, и вот здесь вот у нас находятся, там, садятся транскрипционные факторы. И ген, соответственно, начинается здесь. И вроде все понятно, эти факторы активируют транскрипцию гена. А когда стали изучать, там, например, там, чипсеки сделали, то стали находить участки, грубо говоря, где у нас нет никакого гена, а транскрипционные факторы сидят. То есть по чипсекам видно, что они здесь присутствуют. И дальше было показано, что там, не знаю, их присутствие, оно влияет на транскрипцию гена, который располагается миллионы нуклеотидов, там, не знаю, в сторону, да, там, downstream или upstream, как они говорят. Вот, то есть миллионы нуклеотидов, это получается, что вот там, как вот мы с вами видели, например, на этом геномном браузере, вот здесь вот у нас 1 миллион, грубо говоря, вот участок, вот видите, 960 тысяч нуклеотидов. То есть мы видим, что вот, грубо говоря, что там какой-нибудь энхансер, он бы располагался вот здесь, то есть тут вот какие-то гены располагаются другие, а он через миллион регулирует транскрипцию вот этого гена. Получается, там, или даже больше. То есть там, спустя, там, не знаю, десятки генов, он вдруг включает транскрипцию какого-то гена, который вообще вроде бы по геному находится далеко. И, соответственно, это вот и называют энхансерами, то есть это как бы некий участок, которым, во-первых, связываются транскрипционные факторы, поэтому он является способен, точнее, поэтому он и способен как бы активировать транскрипцию. И, во-вторых, что он находится именно далеко. То есть если бы вот это же
эта же последовательность с такими же свойствами, она бы располагалась близко к началу транскрипции, то ее бы назвали промотером. Но так как она располагается далеко, промотером назвать нельзя, поэтому назвали энхансером. Вот. И, соответственно, этот вот, да, парадокс или этот вот загадку, почему, как же вот так, что такой вот далекий участок влияет на транскрипцию гена так далеко, ну, за счет того, что вот будет такая вот, как называется, там, не знаю, энхансер-промоторная петля, то есть ДНК загибается, и они сближаются, и тут вот сидящие транскрипционные факторы, они как бы оказываются близко промоторам, и таким образом они, по сути дела, как будто бы на промоторе сидят и привлекают туда там ту же самую РНК-полимеразу. Вот. Но, опять же, если мы говорим про доступность ДНК, да, про открытый хроматин, то, опять же, здесь к энхансеру, опять, чтобы на него сели транскрипционные факторы, также необходимо, чтобы ДНК была доступна, то есть чтобы не было этих самых нуклеосом. И поэтому, в общем, вот у нас есть некоторые примеры, которые касаются, значит, промотера и энхансера. То есть, в принципе, я сказал, да, что большая разница между промотером и энхансером в том, что промотер располагается рядом с геном, энхансер далеко, но на самом деле есть еще и другая особенность, а именно по эпигенетическим меткам. Вот смотрите, здесь идет как бы, ну, говорится, вот у нас какой-то неактивный участок ДНК. То есть здесь там он как бы, не знаю, если это там промотер, то он, значит, неактивный, там, либо энхансер неактивный. То есть вот видно, что вот они наши транскрипционные факторы, белки, и вот нуклеосомы, которые, ну, как бы, сплошняком на ДНК, и, соответственно, у этих факторов нет возможности связаться с ДНК. И если мы, грубо говоря, сделаем какой-нибудь, скажем, чипсек на эти транскрипционные факторы, то мы не увидим здесь связывание этих факторов, и не увидим, вот тут еще, видите, делают еще чипсек на гистоновые метки, и видно, что и тут нет этих гистоновых меток. И дальше в случае, естественно, промотера и энхансера активных, у нас, во-первых, появляется сигнал, что этот фактор сидит, или там факторы сидят в этом месте. И вот видно, да, что вот здесь вот такими как бы цветами показано наличие разных меток на вот этих гистонах. И вот оказалось, что у промотера для него, видите, вот типичная метка вот, H3K4M3. А для энхансера типичная метка H3K4M1. То есть, казалось бы, да, триметилирование, монометилирование, а почему-то вот есть такое предпочтение. Ну, вот ацетилирование, оно и там присутствует. Поэтому, как бы, ну, здесь это в каком смысле такие эмпирические наблюдения, которые, к сожалению, какую-то логику к ним подвести или как-то логически объяснить их как бы сложно. Вот. Ну, еще есть надо сказать, что да, что есть помимо еще, ну, энхансер, у него есть такая способность вот регулировать, значит, влиять или активировать промоторы, грубо говоря, или гены. Но есть еще и так называемые инсуляторы, которые, если располагаются между там энхансером и промотором, то они не дают образовываться петле энхансерной и этой промоторной. Ну, это вот связано с тем, что эти вот инсуляторы, они часто как бы в каком-то смысле они сами образуют некую такую петлю, и в итоге вот, например, у нас есть промотор или ген, и вот есть его энхансер. Соответственно, из-за того, что здесь вот уже есть какая-то петля, то этот энхансер уже не способен связаться. Вот. Но если эту вот убрать петлю, тогда вот энхансер, собственно, уже образует свою петлю с этим геном и запустит транскрипцию. Вот, ну, надеюсь, про энхансер, в принципе, понятно. Вот, естественно, как бы, да, вот есть важная такая задача, это определить участки, где у нас
хроматин или где ДНК доступно. И опять же, эта информация, она также специфична для каждого типа клеток, потому что, опять же, как я говорил, что доступность ДНК, она влияет на экспрессию генов, а экспрессия генов, она, по сути дела, определяет тип там, клетки. Вот. Поэтому, в общем, получается, что, в общем, как бы в каждом типе клеток какие-то определенные набор участков ДНК свой собственный доступен или, наоборот, недоступен. Поэтому вот проект Фантом, проект Encode, с данными которого вы работали на домашнем задании, он также занимался тем, что вот определял доступность ДНК. Ну, вот для этого он использовал технологии DNA-сек и, на самом деле, технологию ATAC-сек. Тут, видимо, какая-то немножко устаревшая картинка. Вот. То есть, если есть метод FAIR-сек, но, честно говоря, я про него не очень хорошо знаю, и я так понимаю, что он немножко уже является устаревшим. Ну вот. Что касается DNA-сек метода. Ну, то есть, как определить нам, грубо говоря, какие участки ДНК доступны, какие недоступны. То есть, во-первых, у нас как бы есть вот наши нуклеосомы, вот, с одной стороны, а с другой стороны у нас есть на участках ДНК у нас есть транскрипционные факторы, которые тоже на самом деле сидят на открывшихся участках ДНК. Но, как, по крайней мере, ну, видно так, или там, можно предположить, что все-таки фактор транскрипции, он это один белок, а не 8 белков, как целая нуклеосома, то есть он меньше, и поэтому как бы, ну, здесь какое-то будет все равно место для того, чтобы будет такая доступная, грубо говоря, ДНК. Вот. И что такое DNase? Это, ну, это, по сути дела, обработка, ну, это ДНКаза, так и называется, тоже фермент ДНКаза, который, то есть берут пробирку, в нее добавляют, собственно, эти хромосомы, выделенные из, насколько я понимаю, выделенные из там клетки, и дальше сюда добавляют ДНКазу, которая будет разрезать ДНК везде, где она, значит, достанет. Вот. Ну и там, где вот плотно находятся вот эти вот нуклеосомы, там она ничего не сможет разрезать. А там, где она вот, ну, будет возможность, там она разрежет. Но здесь тоже надо учитывать, что там ДНКазу добавляют в каком-то маленьком концентрации, чтобы вот на тут вот, чтобы оно вот если доступно, например, вот участок, например, он доступен, но если добавить много ДНКазы, она просто его измельчит до отдельных нуклеотидов. Вот. А нам все-таки хочется, ну, понять, что вот это какой-то есть там участок, там, скажем, длиной 100, он доступен, и вот там ДНКаза, например, там где-то его порежет, там, где-то в районе начала, где-то в районе конца, у нас будет такой участок, просто ДНК не очень длинный, и мы сможем определить, потом выровнять его на геном, увидеть, что вот он у нас, собственно, был, видимо, доступен. Ну, вот здесь вкратце описывается, да, это вот, значит, где у нас сайты, которые ДНК будет разрезать. То есть это вот как раз там те сайты, где у нас есть открытый доступный ДНК и между нуклеосомами. Вот. И здесь надо сказать, что у ДНК на самом деле есть еще один очень интересный, такая интересная особенность. Это так называемый футпринтинг. Вот мне все-таки хотелось уточнить, насколько вот то, что я рассказал про ДНК, понятно, что происходит, грубо говоря. Ну вот, кажется, один переход я упускаю. Она разрезала на кусочки, то есть в тех местах, где могла.
А теперь что мы делаем? Вот мы весь выровняем эти кусочки. То, что нам это даст? Ну, тут какая получается ситуация? Смотри, то есть вопрос, что нам это даст, или вопрос, как мы определяем, какие участки были доступны? Ну, то есть, что нам это даст? Ну, например, это даст нам точно позиции этих нуклеосом? Ну, он нам даст не позиции нуклеосом, он нам даст скорее позиции между нуклеосом. То есть, ну, там, где видите, там, где нуклеосом, они так вот плотно располагаются, там как раз она не режет. То есть мы считаем, что этот вот участок – это недоступный участок ДНК, то есть закрытый, ну, сюда закрытый ДНК. А вот это вот, тут будет разрезание, и в этом месте считается, что ДНК доступна и открыта, и там есть возможность связывания транскрипционных факторов. То есть ответ на вопрос, что нам это даст, это нам даст участки, где между нуклеосомами есть какое-то довольно-таки промежуточное свободное место, где либо уже связались транскрипционные факторы, либо у них есть возможность связаться. То есть это как бы активный такой, в смысле, для регуляции, для регуляции транскрипции участок. Да, понятно. Вот. Вот. Но здесь на самом деле есть такая еще тоже интересная довольно вещь. Это так называемый футпринтинг. Футпринтинг – это от слова, ну, в принципе, отпечаток. Я так понимаю, ну, честно говоря, я так понимаю, что, наверное, имеется в виду, что, наверное, отпечаток следа, да, то есть, там, например, я не знаю, если там наступить, наверное, на снег, или там, если, там, не знаю, идти наступить на лужу и потом наступить на сухой асфальт, там вот будет отпечаток следа. Это вот слово футпринтинг. Здесь аналогично футпринтинг, но он используется в контексте белка. То есть на самом деле здесь еще такая есть интересная вещь, что мы можем даже увидеть, грубо говоря, по этой самой ДНК, DNA-сек, мы можем увидеть, где у нас сидит белок. Вот это вот довольно такая интересная вещь. То есть, вот, например, если у нас, вот у нас, например, есть пробирка, да, в этой пробирке, ну, находятся там копии какого-то участка ДНК, их много-много-много. Дальше мы наливаем немножко ДНКазы, потому что, опять же, много наливать нельзя, потому что она просто все-все-все для отдельных нуклеотидов расщепит. Мы немножко наливаем на какое-то короткое время, и в итоге она там каждый участок где-то в каком-то случайном месте его расщепит. И дальше у нас таким образом получается, грубо говоря, разные длины. То есть есть там, не знаю, вот мы вот она расщепила, дальше мы вот за эту там красную вытаскиваем. У нас получается, у нас есть вот короткий участок ДНК, вот чуть подлиннее, это совсем короткий, это вообще длинный. У нас будет такой вот спектр разных возможных длин ДНК. И мы, как мы обсуждали, есть такой способ, да, электрофорез, когда мы на геле разгоняем по длине фрагмента ДНК. И вот мы видим, что у нас будет прям такая вот лесенка, да, то есть мы будем видеть, что у нас вот будет вот множество разных длин ДНК. Но это вот случай, когда у нас нету здесь просто ДНК. А если у нас тут сидит белок, и мы делаем то же самое, то получается, что в том месте, где у нас сидит белок, он защищает ДНК от разрезания. Таким образом, у нас будет, грубо говоря, вот, если мы смотрим, откуда мы начинали форез, я не знаю, наверное, тут, судя по всему, мы начинали сверху, потому что, наверное, тут, видите, куча всяких мелких. Вот, то есть получается... Ну, короче, я не знаю, честно говоря. Наверное, да, наверное, сверху. Получается, что вот длинные они вот тут, а короткие вот они улетели. Там, значит, далеко. И вот этот участок, тут у нас, получается, нет участков такой длины, грубо говоря. То есть получается, что вот в этом месте у нас не было разрезания. И таким образом вот тут и сидел наш белок.
И вот это вот такой пример, который мы сделаем, грубо говоря, на там, каком-то участке ДНК на одной пробирке, на одном белке. Вот. Но оказалось, что это возможно увидеть и на данных вот этого нашего NGS. То есть, опять же, вот это вот сделано чисто новый эксперимент. Здесь нет никаких там секвенирований, ничего, просто там взяли, там разрезали, несли на гель, разогнали, посмотрели, что выглядит. А мы же работаем с данными чтения, да, то есть мы смотрим на чтение. То есть, опять же, у нас были чтения, и мы их выравнивали на геном. Вот. И дальше вот, например, какой-то идет конкретный такой пример, да, вот эта вот картинка. То есть они сделали, например, чипсек на данный белок, на NRF1. То есть вот мы видим, что в данном месте, вот это вот длина 200 нуклеотидов, пара оснований, тут находится белок NRF1, промотрит там какого-то гена, грубо говоря. Дальше мы делаем на тех же самых клетках, вот клетки КП-162, мы делаем DNA-сек. Он нам показывает, что в этом же месте ДНК у нас открыта. То есть вот мы видим пик, грубо говоря. Да, это у нас выровненные чтения от DNA-сек. То есть мы видим, что здесь сидит белок, потому что здесь вот ДНК. Дальше мы как бы увеличиваем, смотрим внутрь вот этого уже более пристально, внутрь вот этого DNS-сек. И мы видим, что здесь на самом деле присутствует вот это у нас 200 нуклеотидов, тут уже получается 20 нуклеотидов вот этого, да, длина. То есть мы видим, что внутри этого пика на самом деле есть такой довольно сильный провал. И вот, соответственно, и более того, этот провал, он еще довольно консервативен. То есть есть такая вот такое, значит, такой, как сказать, критерий или такая метрика, когда вот видите, у нас есть там vertebrate conservation, то есть они взяли всех сколько-то геномов позвоночных, то есть там рыб, там, лягушек, птиц и так далее, человека, мышку, и посмотрели, насколько какие участки, ну, выровняли их и посмотрели, какие участки более консервативные в этих геномах, какие менее. Вот мы видим, что вот здесь вот там, где провал, он еще и довольно, скажем, консервативный относительно. И если мы еще сильнее в этот провал приблизим, то мы видим, что вот у него, собственно, там находятся буквы С, Г, С, А, Т, Г, С, Г, С, А. И если мы это сравним, эти буквы с мотивом, или, ну, как выглядит, да, предпочтение связывания данного транскрипционного фактора, то мы видим, что вот они, собственно, и совпадают. Получается такая, как бы, вот, красивая история, что фактически мы видим в каком-то смысле, то вот тут у нас сидел в этих клетках, в этом месте сидит белок НРФ. Один. И это подтверждается разными, грубо говоря, фактами, начиная с его чипсека, заканчивая, ну, включая этого футпринтинг, вот этот вот, и заканчивая того, что здесь, собственно, сайт связан. Вот. Вот такая только же интересная особенность у этого DNS-сек. Ну, тут как бы, да, если мы говорим, опять же, про в общем, секвенирование, про доступность хроматину, то вот есть возможность там находить, грубо говоря, на какие-то участки, где вот этот хроматин чаще встречается. Ну, я, честно говоря, про хотспот, я, честно говоря, не очень в курсе. Вот. Ну, в общем, пропустим это. Вот. Ну, и также, как мы с вами уже говорили, и то, что, собственно, вы сделали, да, в случае чипсека, так как у нас есть некий профиль, вот, как и в случае чипсека, у нас в случае там DNS-сека тоже есть такие вот пики. То есть мы тоже, у нас есть возможность использовать те же самые программы, там,
которые вы использовали, я не знаю, там, в домашнем задании у вас были вот эти там, как вы искали, пики предсказывали, вот, Макс 2 вы запускали или Гомер, что-то я уж подзабыл. Макс 2. Вот, да, Макс 2, то есть вы находили пики. Той же самой программу есть возможность запустить для DNS, и он вам, по сути дела, сделает эти вот участки, скажет, в этих участках у нас как бы тут хроматин открыт, тут закрыт. Ну, это, конечно, более грубая такая оценка, но как бы она в этом плане проще, да, то есть да, вот нас вот, тут открыт, тут закрыт. Но, наверное, конечно, реальность она посложнее, но, в общем, для какого-то такого большого анализа проще работать с таким упрощением. Вот, и помимо, значит, DNSSEC, который на самом деле, насколько я понимаю, с точки зрения эксперимента сложная такая методика, опять же, потому что нужно вот очень четко подбирать там концентрацию вот этого самого ДНК, там, сколько времени ДНК держать. Тут есть какая-то такая вот некая магия и, я не знаю, там, искусство такое, да, то вот есть другая технология, называется ATAC-SEC, она, так я понимаю, более современная, вот она появилась в 2013 году, довольно давно уже. Вот, ну, она основана, собственно, на транспозонах. И вот про транспозоны давайте я немножко напомню. Вы, наверное, про них уже знаете, но я напомню еще раз, что такое транспозоны. А, что у нас ДНК, на самом деле, ДНК человека, и вообще не только человека, но и всех многоклеточных сложных организмов, она включает так называемый мобильный элемент. Ну, наверное, здесь немножко я расскажу. То есть там есть разные типы этих мобильных элементов, но насколько я понимаю, все эти мобильные элементы, они возникли из вирусов. Вот, то есть как бы, что получается? Ну, я так понимаю, что вам рассказывали в прошлом году про эти транспозоны, вот, но как бы, если мы опять же вспомним, например, что у человека, там, что клетка эукариота, это там смесь, ну, грубо говоря, как там архея съела бактерию, бактерия стала митохондрией, а ДНК архея стала хромосомами, вот, то в каком-то смысле транспозоны и эти повторы, да, довольно-таки длинные в геноме человека, они являются результатом встраивания вирусов в геном. И таким образом получается, что геном человека, если так немножко упрощенно сказать, это симбиоз бактерии, археи и вирусы, то есть всех, ну и не только человека, но и всех, там, и растений тоже высших, вот, и, в общем, всех наточных, это получается симбиоз всего, что только существует. Вот, и, соответственно, эти вот вирусы, да, которые у нас сидят в ДНК и которые у нас до сих пор есть, если там заразиться некоторыми вирусами, да, они тоже будут встраиваться в ДНК. Но те вирусы или те transposable elements, транспозоны, которые сидят уже в ДНК, они способны иногда оживать. Вот, потому что они, собственно, кодируют. Значит, оживать. Они способны, например, активироваться, то есть с них производится белок, собственно, транспозаза, который, собственно, вот он, ну, делается РНК. РНК вышло в ядро, образовался белок транспозаза. Транспозаза вернулся обратно в ДНК и нашел, грубо говоря, ну, обычно множество копий там, какого-то этого. Он нашел себя или там, какого-то копию. И, например, дальше там вырезают. То есть есть транспозазы, которые вырезают и вставляют, есть, которые копируют и вставляют. Ну, и надо сказать, да, что это все было открыто вот Барбарой Маклинток. Вот, она это все увидела, изучала еще на
кукурузе. Вот. Ну, тут отдельная история, что вот ее работы не были приняты, и Нобелевскую премию там едали там, спустя 30 лет. Вот. Но идея не в том. В общем, главное, что у нас есть вот такой белок интересный, транспозаза, который способен, грубо говоря, прийти к ДНК и ее вырезать. То есть, если он способен, грубо говоря, добраться до ДНК и ее вырезать, это означает, что в этом месте ДНК доступна. То есть до нее можно добраться. То есть там эти вот самые нуклеосомы не так сильно упакованы. И поэтому вот это вот, собственно, использовали особенность, ее использовали молекулярные биологи. Ну, давайте еще я, собственно, покажу еще раз, как выглядит этот процесс. Что, ну, как, собственно, происходит процесс обычно. Да, стандартный процесс, как работает эта самая транспозаза. Ну, обычно ВИЧ еще работает парами. Вот она с двух сторон там к какому-то участку присоединяется ДНК и, соответственно, его как бы отщипывают. А вот. А, ну, эта ДНК на самом деле потом объединяется. Вот. А, ну, дальше показано, что эта же транспозаза, она способна вот его встроить куда-то. Это называется транспозиция по примеру cut and paste. То есть они вырезают и вставляют. Вот. И, соответственно, дальше ученые взяли транспозазу, а именно определенную транспозазу, белок от транспозазы, а именно транспозазу 5. Не знаю, что у нее было особенного. И они ее как-то модифицировали. Опять же, как это, я тоже не знаю детали этой магии. Но, во-первых, что они сделали? Они сделали ее очень активной. Вообще транспозаза, я так понимаю, она довольно редко вот это все делает, там, вырезает, вставляет. Они попытались сделать так, чтобы этот белок максимально часто вырезал ДНК. И далее они даже, видите, еще добавили... Это, я не уверен, убрали ли они способность вставлять то, что она вырезала, эту транспозазу. Ну, наверное, не знаю, насколько это вообще возможно. Вот. Но то, что они что-то сделали, они добавили этой транспозазе пятой способность как бы приклеивать прям адаптеры, да, для дальнейшего, грубо говоря, ну, для того, чтобы потом делать ПЦР. Но здесь показано еще раз, что вот у нас есть недоступная ДНК, как бы, где плотно сидят гистоны, точнее нуклеосомы. Вот, видите, у нас, собственно, показана правильная картинка. Вот у нас есть 4 белка, и каждый из них как бы парный. Получается всего 8 белков. Вот. В одной нуклеосоме. Ну и, соответственно, вот так у нас, да, расшифровывается. Видите, только а так у нас транспозейс accessible хроматин. То есть вот у нас есть участок, транспозаза приходит, вырезает этот участок и еще более того к нему добавляет сразу адаптеры для секвенирования. Точнее, для того, чтобы делать, например, ПЦР. Вот. То есть у нас уже получается вот участок ДНК какой-то там определенной длины, и дальше, собственно, его уже возможно секвенировать. То есть это уже тут получается, на самом деле, нет никакой такой вот, ну, в этом плане экспериментально это уже более такой простой механизм. Здесь просто необходимо добавиться с пазазу, дальше там, сделать эти процедуры, там, грубо говоря, навешивание адаптеров, и уже дальше, собственно, мы секвенируем то, что мы получили с этого таксека. То есть мы будем знать, что в этом месте транспозаза была ну, способна была пробраться и, грубо говоря, вырезать участок ДНК. Ну, таким образом, у нас есть два основных метода определение доступности ДНК. Это вот DNase-сек и ATAC-сек. Есть еще методы FAIR-сек и MNase-сек. Это более старые. Я, честно говоря, опять же, про них, к сожалению, подробно не знаю. Никогда с ними не работал. Вот. Ну, здесь вот показан пример, что, в принципе,
Видите, DNase и AttackSec, они в принципе похожи, то есть и у того, и у другого есть так называемый футпринтинг, то есть вот здесь у нас есть участок, какая-то ДНК, тут у нас есть нуклеосомы, тут у нас транскрипционный фактор сидит, это ДНК, то и DNase, и AttackSec, у них будет некий тут так называемый отпечаток, да, но вот у Attack еще есть такая вот способность или особенность, то, что, видите, он даже отдельные гистоны, в принципе, тоже показывает, где они располагаются в каком-то смысле, потому что он как бы получается как бы этот атак, он получается, одна респозаза, грубо говоря, заходит сюда, да, другая сюда, и они вырезают целый гистон, и дальше мы получаем этот вот участок ДНК, но он как бы соответствует одному гистону. А здесь, я так понимаю, атак будет в разных местах сплошняком. Этот распространение будет, грубо говоря, разрезать и получать такой длинный участок промежуточный. Вот. В общем, это вот так вкратце про доступность ДНК. Вот, в принципе, такая тема, наверное, как бы, в принципе, реже используемая для, ну, в эпигенетике, чем метилирование ДНК, чем модификация гистонов, поэтому мы по ней домашнюю работу делать не будем. Часто вам даже нет необходимости анализировать сырые данные, то есть чтение достаточно будет, прям, обычно прям дают там, пики, например, или вот эти вот профили, вот, просто есть возможность их, грубо говоря, смотреть и делать из них выводы. Вот, поэтому на этой неделе у нас не будет домашней работы, а на следующей неделе вот мы дадим домашнюю работу по так называемой Chrome-HMM. Вот, про то, как у нас вот разные комбинатории, бывают разные комбинации модификации гистона. Вот, ну, я так понимаю, что у нас на семинаре, вот Дмитрий сегодня у нас проведет семинар, он расскажет про различные пайплайны, то есть про инструменты запуска пайплайнов. Это на самом деле довольно такая важная тема, она, конечно, не сильно связана с непосредственно биоинформатикой, но с точки зрения технических навыков она, в принципе, полезна, особенно если вы будете работать не в, например, науке, а где-то вот больше, например, к анализу какому-то больших данных, то есть там необходимо вот такое запуск таких программ одна за другой, чтобы вот не делать это, как вот мы сейчас вот вы делаете, да, например, пишете отдельный ноутбук питоновский, где вы запускаете там ячейки, а это вот некая такая там система, которая, грубо говоря, по клику запускает все программы одна за другой и дает там выдачу одной программы, пускают на вход другой программы и получается в итоге конечный результат. Вот. Дим, я правильно это описал? Примерно? Ну, в целом, да. Вот. Если есть какие-то вопросы по доступности хроматина, доступности ДНК, спрашивайте. Вот. Если нету, тогда давайте сделаем там, не знаю, сколько там, 10 минут или 5 минут, скажете, и потом перейдем к семинару. Вроде понятно, но вполне можно и 5. Ну, давайте тогда 5, хорошо. Значит, тогда в 12:10 подключайтесь тогда по ссылке на семинар. Вот, и там Дмитрий вам расскажет вот про пайплайн. Все, спасибо. Спасибо. Все, до свидания. Спасибо, что пришли.